Ребята, давайте добавлю, короче, вам сегодня добью вас экзотическими блюдами к именям собачьим, понимаешь? Потому что, блядь, вот посмотрела, да, данное видео, думаю, ну, блин, не могу не показать. Теперь вот эту саранчу там или кого там, я не знаю, каких тараканов, богомолов, хуёлов, блядь, готовить маленький отважный мальчишку, азиат, кто он там, кореец, я не знаю, какой он там национальности, в общем, блядь, захуячил, промыл, льдом засыпал, блядь, все. Теперь он начинает их разделывать. Мама дорогая, это сколько надо, блядь, сука, терпению, чтобы каждого и вот эту, понимаешь, вот эту живность, блядь, непонятной наружности, да, и вот правильно разделать, расчленить, достать оттуда, короче, вот эту вот гадость непонятную. Хотя, смотрите, у них там есть петухи, куры, ну почему бы их им не слопать? Непонятно, блядь, лучше, да, сожрем вот это вот, похрустим называется. Похрустим, помоем, в общем, все мы это перемываем. Перекладываем. Ой, все, у него тут, ну, в принципе, все горит. Вот что значит с детства, да, приучают, вот, что к голодному году, я не знаю. Ой, тут у него фарш еще нарисовался, не знаю, правда, из чего, может быть, как раз куриный, нельзя же курицу там показали. Солички, значит, приправки, там, перчику, замешивает ложку, шприц и начиняет, понимаешь, вот эту вот хуевину, блядь, писюльку, блядь, он начиняет вот эти вот фарши. Нет, его терпению на самом деле я просто поражаюсь. Потому что, ну, бля, ну это сколько времени, ну, сколько времени, да, потрачено. А тут уже, понимаешь, вот на такой вот печечке уже там закипает пароварка, значит, все. Ты погляди за здоровое питание. Оказывается, может, мы неправильно питаемся, может, мы что-то не так, нахуй, сука, делаем, блядь, какие-то курицы, какие-то мясы, какие-то там котлетки, блядь. Тут погляди, какая реконструкция идет. Все. По этим времени, пока оно там, значит, парится. Тут нарезается уже зелень вовсю уже, и острый перчик пошел уход, блядь. Ядрит твою налево. Все, открывается, все вроде, понимаешь. Все это теперь перекладывается. Вот. Значит, все, он это, блядь, переложил, и у кипящую... Ой, смотри, малой, не обожгися, блядь, вот как... Я не понимаю, вот понимаешь, там, ну что, насколько там все скорбно, на все там холодно, или как... Или действительно нашим умам все-таки этого не понять. Ну, блядь, мне вот от одного вида, понимаешь, мне становится нехорошо. Он пробует, там, шпинатику добавил, все. Понимаешь, вот теперь это все опять перекладывается, дается стечь, все там, все вот это вот. Ой, в большую корицу, еще солички, еще перчику, значит, вот это вот лучку, все это поперемешал, опять попробовал, мол, все за яйца, мешаем дальше, все, значит, перекладываем, и можно трескать. Ребята, всем приятного ужина, приятного аппетита, у меня просто нет слов, блядь, вот клянусь, честное слово.